Рынок взрослеет, но при этом нельзя назвать его великовозрастным, поскольку большинство специалистов все-таки молоды, в общем, и перед вами стоит не старый человек. За год произошло довольно много, могу судить по активности нашего агентства. Вышло достаточно много работ, вирусных проектов, появилось очень много хороших заказчиков. Более того, сейчас уверенный тренд на рост и внимание к рекламному агентству заметно со стороны многих-многих клиентов. Показательно, допустим, по моему же мастер-классу в Москве, который собрал уже достаточно много народу. Ну, то есть тема интересная и собирает...